Наш головной мозг работает практически 24/7. Для нормального функционирования ему необходим кислород, который поступает с кровью. Чтобы мозговые клетки получали питание в достаточном объеме, необходимо хорошее кровоснабжение. Однако, к сожалению, вследствие некоторых факторов сосуды засоряются и становятся уже. Сегодня мы поговорим о том, как правильно их чистить, чтобы обеспечить хороший кровоток. Как понять, что сосуды нуждаются в чистке? В этом вопросе нужно обращать внимание на следующие симптомы: головокружение, головные боли, ухудшение памяти, нервозность, нарушение сна, хроническая усталость, частая депрессия. Если вы наблюдаете у себя хотя бы часть вышеперечисленных симптомов, начинайте сразу же принимать меры. Итак, как же можно очистить сосуды головы? Для этого разработано много методик, включающих прием лекарственных препаратов, определенные виды массажей и некоторые упражнения. А еще для этой цели можно воспользоваться проверенными народными рецептами. Бессмертник, ромашку, березовые почки и зверобой смешиваем в равных количествах, а одну столовую ложку полученного фитосбора заливаем полулитрами кипящей воды и оставляем на 2 часа, после чего процеживаем и принимаем по 250 мл перед сном и утром натощак, добавив немного меда и каплю лаврового масла. 2 столовые ложки луковой шелухи, 5 столовых ложек сосновых иголок и 2 столовые ложки плодов шиповника измельчаем и заливаем 1 литром воды, доводим до кипения и настаиваем примерно 8 часов. В течение всего дня рекомендуется пить по 1 стакану полученной жидкости.